Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Гончаров Владислав. Очень приятно, Вячеслав. Скажите, пожалуйста, как попали к нам на сегодняшнюю вечеринку? Твой шанс. Ну, вообще в Ютубе есть, в моей почте есть приглашение. Я именно пришел поэтому. С какой целью пришли к нам на вечеринку? Чего-то хотите добиться, продвинуться выше? Ну, я думаю, есть смысл. Кому-то может понравиться, как я пою, поэтому вполне возможно, что продвинуться тоже можно, думаю. Хорошо. С какой песней выступать будете? Я буду исполнять русскую народную песню «Вдоль по Питерской». Отличная песня. Ну, вообще, как бы присутствовали уже на таких наших вечеринках или впервые? Нет, в общем-то, я впервые как-то, вы знаете, я никого ни разу, в общем-то, практически почти не приглашал, за исключением вот в конце того года меня пригласили еще на один кастинг, но прослушали, сказали, что да, очень даже хорошо. Так что я второй раз практически, если это уж пошло, я вообще никогда не предлагал себя для исполнения там где-то на корпоративах и так далее. Хотя мне, в общем-то, говорили о том, что попытайтесь в этом отношении, у вас может даже очень хорошо получиться. Я не сомневаюсь, думаю, то, что у вас все получится, то, что вы все-таки добьетесь всего самого лучшего. Вот. В общем, на сегодняшний вечер желаю вам хорошего настроения, отличного провождения вечера. Вот. Ну, чтобы вы ушли отсюда от нас с яркими впечатлениями и эмоциями. Спасибо. Вам спасибо за интервью. Всего доброго. До свидания.